приветствую вас, танкисты и танкистки, а с вами снова Саша Джиггернаут. И на этот раз мы будем играть на тяжелом сочетании на карте Дюссельдорф в прокачанной продишке от Грома. Ну, в принципе, все то же самое, что и в первом летсплее. Тут мы играем уже на килы, на огромной карте, и как мы можем заметить, когда заходит народ, у нас, ну, подлагивает. Сейчас я, ребята, покажу вам, как вообще избавиться от вылетов на Дюссельдорфе, и, ну, как вообще этого всего избежать. Но, правда, нам придется пожертвовать графикой, ну, я как бы, в принципе, и так жертвую, но все равно, то есть, вот, мы максимально снизили графику, то есть, как возможно, только, вот, ну, и как бы все, вот, пожалуйста, мы будем иметь стабильный FPS, и мы уменьшим вероятность критической ошибки, потому что, как говорили видеоблоги, критическая ошибка возникает тогда, когда ваш браузер или опять тот же самый флешплеер потребляет очень много трафика. А на карте Дюссельдорф уже много будет танков, вот, и любой из них делает какое-то определенное движение или выстрел. Вот, и это все как бы отображается. Будь у вас абсолютно любой компьютер, то есть независимо от количества оперативной памяти, все равно у вас будут, возможно, вот такие критические ошибки. Так что для комфортной игры, чтобы этого избежать, я советую, ну, жертвовать графикой, но при всем при этом как бы не бояться, что вы вылетите, когда прозвучит сирена, или того хуже, когда уже будет раздел фонда. То есть бывало, ребята, и такое. Вот, ну, тут хорошо, тут нас, изиды, и за нас есть, и против нас. То есть они нас и лечат, и калечат. Я просто в чате написал, чтобы ребята одевали изидки, вот, чтобы, ну, как-то более-менее нормально поиграть, потому что нарки у меня нету, но как-то пожить долго хочется, да, чтобы именно оправдать свое имя Джиггернаут. Джиггернаут, кто не знает, это бронированный чувачок с пулеметом. Ну, то же самое. То есть на мамонте. Мне осталось только мамонт с пулеметом М4 сделать, и все, и просто тогда шикардос будет. Так, ну, основной замес вообще тут происходит на центре. Вот, но иногда мы можем как бы наткнуться и тут на вражину. То есть, чем хорош пулемет? Мы можем вот так вот дальние прицелы сбивать, то есть, ну, это, конечно, при удачном исходе обстоятельств, вот видите, сейчас мы, допустим, не сбили, но все же мы по нему урон как бы наносим. Вот, вот сейчас мы вот этого диктатора сможем убить. Нет, мы все-таки не смогли, мы сейчас догорим, и нас твинс загасит. Так, вот, пожалуйста, вот, как я и говорил, можно сбивать прицелы, вполне реально, вот, это, по сути, называется среднее расстояние. Вот. Вот, смотрите, тут еще один за нас братишка зашел, только он в краске Зевс, то есть он хочет себя спасти от максимального догорания. Ну, как бы, ладно. О, смотрите, еще мой клон зашел. То есть, ну, хорошо, мне нравится, когда мои ники копируют. То есть, многие ребята сначала их регают, а некоторые даже на своих генусах меняют. То есть, ребята, если хотите, я только за, пожалуйста. То есть, мне нравится, когда меня много. Так, давайте, давайте, гасим. Так, ну, у Смоки от меня защита. А, ну, в принципе, ее рели догасила. Так, ну, безбожно, безбожно нарит. Мало того, что вот этого Громика лечил Изида, так он еще и аптечку скушал. Так, а мы пока на 4-м месте. И по фрагам мы, ну, чуть-чуть так отрываемся на 2 килла. Ну, как мне кажется, это не так уж значительно. То есть для такой большой биты нужен железный отрыв в киллов, ну, я не знаю, 10. И то эти 10 киллов могут, ну, в считанные секунды просто там набиться. Вдруг там кто-нибудь массовое убийство сделает, и как бы все, считай, вся битва коту под хвост. Ну да ладно, в общем-то, не будем о плохом, будем надеяться на выигрыш. Вот, тем более, ой-ой-ой-ой, как прям, это, какая воля к победе у Смоки. Видите, боится вылезти. Это тоже одна из положительных сторон вулкана. То есть мы, когда именно заряжаем всю обойму в какой-то, ну, в какой-то определенный угол, оттуда, ну, как бы боятся вылезти танки, независимо от их брони. Вот, и как бы вот это нам играет в плюс. Так, ну, смотрите, мы уже начинаем так хорошенечко отрываться, почти на 10 киллов. Да, вот, уже 9 киллов. Так, ну вот сейчас я не знаю, что молоток этот мешает, он, наверное, школьник. Ладно, не буду на него обращать внимания, ребята. Я как советую, ну, таких сильно, ребята, в чате не агрить. То есть, ну ладно, может, ему так интересно, то есть, толкать, мешать вам. Вот, тем более, как бы, ну,
думаю, вы видели публику на моем канале и, ну, как бы поняли, что, как бы, ну, меня кто-никто да знает в этой битве, тем более у меня практически вся битва друзей, вот, ну и как бы, ну, просто так, чисто такие шуточки, они, может быть, и будут в битве, так что, если у вас даже такое случится, ну, не обращайте внимания, то есть, даже вам советую в чате ничего не писать, потому что, ну, не стоит оно того, то есть, вдруг это, им так весело, это единственное веселье в их жизни, мешать вам играть, вот что я вам скажу. Так, ну, хорошо, когда много изит, просто отличненько. Ну, когда они именно за нас, а когда против нас, это плохо. Я уже на втором летсплее, или на третьем даже, ну, в общем-то, когда было много изит и зажигалок, мы когда играли на карте Forest, это очень плохо сказалось, то есть, прям, знаете, от них, ну просто нереально было убежать. Вот. Да, еще, ребята, минус. А на тяжелые танки, как правило, ну, любят запрыгивать такие васпики, да и не только васпики, то есть абсолютно любые. То есть танк же медленный. Вот, на него любой так, оп, взял, запрыгнул. Вот, к примеру, как сейчас. А минус, знаете, в чем будет? А, когда у меня будет мало жизни, и меня будет лечить Изида. Она будет лечить не меня, а вот этого верхнего танка, который, по сути, никакой урон ни по кому не наносит. Ну как, просто так решил, ну, как бы засветиться в видосике, как мне кажется. Вот. Ну и, в принципе, это, ребята, тактика не гуд. Вот, а если вы реально, как бы, хотите, ну, не проиграть битву, то, вот видите, я вот сейчас вроде парильки хотел палить, а получилось так, что я палил вот именно по этому васпику, чтобы его скинуть. Тоже очень плохая тактика насчет этого. То есть, ребята, если... Я понимаю, конечно, ну, там, хотите там везде там засветиться, то есть там своему другу показать. Но, ребята, это того не стоит. То есть, а вдруг мы проиграли? Ну, конечно, отрыв у нас железный уже в 20 киллов. Вот, но все равно, как бы, до конца боя 6 минут, и за эти 6 минут может случиться абсолютно все. А мы тем временем на первом месте. Вау, смотрите, я убил 4 раза, 4 раза умер, но при этом, ну, я уже на втором месте, потому что на первом добрый пушистик, это, кто не знает, это бывший модератор чата. Вот, он играет у нас на Викинга Изиде в краске Тина. Ой, о, хорошо, что он мимо нитры проехал, сквозь, точнее, даже нитры. Вот, мне кое-какое ускорение будет. Так, вот, смотрите, даже в чате пишут, что у них возникла критическая ошибка. Ребята, надеюсь, после этого летсплея вы, как бы, ну, поймете именно, в чем вы тут ошиблись сами. То есть, чтобы не было критической ошибки, надо не делать ошибку самому. То есть, именно надо вот отключать, ну, полностью эффекты. Это, как бы, вам, ну, в плюс будет. То есть, вы не пропадете из битвы, когда вам не надо, то есть, в ненужный момент. То есть, до конца боя осталось, ну, сколько там... 5 минут, грубо говоря. Вот. И тут у него критическая ошибка. Конечно же, будет плохо. А вдруг, если, допустим, кто-то вылетел с бита, какой-то нагибатор, и пока он перезаходил, а килл уже сравняли. Вот. Это могло это поменять ход событий. Поэтому, как бы... О, а я опять, смотрите, на первом месте. Вот у этого... Доброго пушистика, походу, тоже была критическая ошибка, и он поэтому вылетел. Так, давайте-ка сейчас по рикошетику попалим. Так, все, мы его убили. Сейчас главное, знаете, ехать на центр, потому что на центр тоже едут все наши изиты, и как-то будет проще. А в этих закоулках они меня вряд ли найдут. Ну, вон там наши союзники, думаю, они меня сейчас увидят и будут меня кое-как сопровождать, потому что не всегда же я смогу с вулканчика кого-нибудь убить. Вот. Надо как бы вулкан постоянно поддерживать в актуальном положении. То есть вот именно вот, да, вот видите, в таком заряженном вот. Танки едут, а мы, видите, по ним, ну, чуть-чуть так урон нанесли, вроде бы, там, ну, вроде хорошо. Вот, видите, вообще его Громик слил, то есть мы по нему практически весь урон нанесли, а его взял, так, Громик, и бац, и отобрал наш фраг. Так, вот давайте сейчас рикошетика вот этого, потому что он очень опасен, да, все, его слили, вот его релька добила. Вот, видите, хорошо играть таким вот тандемчиком, то есть я вроде наношу по тем, у кого нет от меня защиты, а добивают, вот, допустим, как эта краска-то называется, я не знаю, Африка, да. Вот, у Африки очень хорошая защита от пулемета, или нет. Ну, в общем, от тех, от кого, как бы, ну... вражины защищены, допустим, если от моего пулемета, то их уже добивают какие-нибудь рельсы, там, фризики или изиды. То есть это, ну, очень хорошая, как бы, тактика, как мне кажется. Вот. Я постоянно говорю, тактика. Ну, эта игра очень хорошая, то есть, вот, если вы будете так со своими знакомыми играть, то старайтесь одевать очень-очень контрастное вооружение,
чтобы ваш соперник, ну, просто не мог подобрать защитную краску или какое-то, я не знаю, универсальное просто оружие, с которым бы он вас, ну, просто бы разносил. Ну, конечно же, можно подобрать, то есть лишь бы была нара. Вот. Ну, как бы это все равно сложно. То есть, один в поле не воин. Даже если один человек будет нарить, все равно, как мне кажется, у него, ну, ничего не выйдет. Вот, это тут как бы 60 или 70%, все зависит от команды. Так, с тем временем у нас 3 минуты до конца боя, и немножечко начал проседать FPS. Ну, не знаю я, почему это, с чем это связано. Нару. У меня все про Нару. Эффекты я вроде все отключил, ну, не знаю, как это будет. То есть, до конца боя я доживу нормально или нет. Вот, пока мы вроде держимся на первом месте, это хорошо. То есть, вот вам будет пруф на легкий заработок. То есть, ну, как, мы вроде бы на нару нисколько тут не потратились. Вот, ну, пожалуйста, вот, получили кристаллики. То есть, это чистый плюс вам будет. То есть, игра не в убыток, а чисто в плюс. Вот, и когда вот именно, когда мы именно доберемся в плюс, то есть, накопим на нару, мы уже будем играть не в плюс, а в свое удовольствие. То есть это уже две разные вещи. То есть в свое удовольствие мы играем тогда, когда, ну, мы хотим нарить там, когда мы ну, получаем удовольствие, когда вот просто, знаете, пачками киляем своих соперников. Вот, и как бы, ну, это вот именно и приносит удовольствие. То есть вот именно тем нарикам, донатерам, вот, которые просто вот безбожно нарят. Вот это и есть, то есть в этом весь и смысл, как бы ты сильнее, и ты как бы имеешь вот такое вот огромное преимущество перед другими игроками. Вот, но чтобы это преимущество получить, то есть без каких-то там либо затрат, надо сначала на нарку заработать. Так. Ой-ой-ой, там рикошетик еще. Ладно, давайте сейчас мы по дальним постреляем, потому что рикошет — это у нас сильный соперник. А давайте сначала поливаем слабых. Конечно, вы скажете: о, слабых сливаешь там, сильными не хочешь биться. Ну, потому что как бы нам на первом месте держаться надо, а слабых как бы я намного быстрее убиваю, вот, нежели вот этого викинга в Африке, да. Тем временем 1.5 минуты до конца боя, пока держимся уверенно на первом месте, то есть с отрывом, ну, примерно в 50 очков. Вот, ну, хорошо, то есть, вот, пожалуйста, без нары, без ничего, играем на первом месте. Ну, конечно же, вы можете сказать, что меня тут лечат изиды, ну, а кто, как бы, не разрешает вам, то есть, звать своих друзей, вот, да даже двух друзей, думаю, будет достаточно, то есть, две изиды, если вас лечить будут, это уже хорошо, то есть, две изиды, это уже гуд, то есть, они, как бы, и друг друга подлекают, и вас, в случае чего, там, включат ДДшечки, и по вам, там, очень сильную волну жизни дадут. Вот. Ну и как бы это хорошо будет. Вот смотрите, вот там толпа. Сейчас было бы круто ДДшечку и их бы всех размотать. Ну ладно, у меня честный ЛП пока идет. То есть в плюс, не в свое пока удовольствие. Поэтому, ну, просто так вот, как можем, так и стреляем. Так, сейчас бы изитку, потому что я сейчас сгорю. О, смотрите, я даже на таком дальнем расстоянии смог убить рельку, которая, ну, выехала и хотела по нам зажечь, то есть, свой выстрел. 0.5 минуты до конца боя, ну, 20 секунд уже, грубо говоря. Вот, мы на первом месте, то есть, отрыв у нас, ну, сократился, конечно же, ну хороший все равно, то есть... Кто хочет вот так вот также в плюсе оставаться, создавайте Дюссельдорф, одевайте тяжелый корпус, ну и как бы раздавайте люлей направо и налево. Желательно без нары. 402 кристаллика за 15 минут. Ну, думаю, как хороший результат. Если бы тут еще голдик выпал, было бы еще лучше. Ну что, ребята, с вами был Саша Джаггернаут. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых ЛП. Увидимся!